В Одинцовском округе 4 новых учреждения образования планируют ввести в эксплуатацию с 1 сентября. Один из важных объектов – школа в Гусарской Балладе. Здесь строительство уже на завершающей стадии. На строительной площадке 422 человека, 5 единиц техники. Строительная готовность составляет 96,4%. На прошлой неделе в конце были в территории Гусарской Баллады. Действительно, все уже четко на финишной прямой. Администрация округа держит работы на контроле. Андрей Иванов регулярно посещает объекты. Каждую неделю также смотрим за динамикой. Тут уже последние, что называется, 10%. Я думаю, что подрядчики с этим успешно справятся и нас не подведут. Об этом я вчера докладывал губернатору. Дополнительно в этом году капитальный ремонт проводят на 4 объектах образования за счет 3 источников финансирования – федерального, регионального и местного. По итогам совещания отметили, что все образовательные учреждения находятся на стадии завершения. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».